Пинский городской исполнительный комитет объявляет городской конкурс на логотип «Пинск. Культурная столица 2019». В конкурсе, который будет проводиться с 1 августа по 5 октября, могут принять участие все желающие. Для чего необходимо направить заявку, цветное решение логотипа, пояснительную записку, включающую в себя описание идеи, письменное согласие участника в случае победы в конкурсе передать исключительное право на использование представленного им проекта логотипа организатором конкурса. Пакет документов направлять по адресу: Пинск, площадь Ленина, 7, кабинет 9. Телефон для справок 32 25 77. Адрес электронной почты вы видите на своих экранах. Более подробно с положением конкурса можно ознакомиться на сайте Пинского горисполкома. Напомним, решение о присуждении почетной миссии нашему городу было принято коллегией Министерства культуры весной. Республиканская акция «Культурная столица года» проводится с 2010 года. В каждом из городов, которые были объявлены культурной столицей, реализуются инновационные проекты по презентации культурной самобытности этих городов, развитию и популяризации традиций и достижений национальной культуры, активизации творческой инициативы, повышению туристической привлекательности региона. Главная цель – познакомить жителей страны с лучшими достижениями национальной культуры, привлечь отечественных и иностранных туристов в регионы.